Доброго времени суток, продолжаем смотреть обзоры на еду и напитки. Сегодня у нас вот такая вот паста от бренда Азбука Вкуса уже готова. Паста с курицей, моцареллой и томатным соусом. 300 грамм масса, стоит 386 рублей. Довольно дороговато, довольно дороговато. Так она выглядит. По отзывам не так много. Вот. Плохая паста, но курица, одна из любимых, 1 балл и 9 голосов за 5. Итак, давайте разбираться, что это из себя представляет, и будем дегустировать. Сразу видна калорийность, на порцию удобно. В порцию у нас 407 килокалорий, 42 грамма углевода, 14 грамм жиров, 28 граммов белков. Такая белковая получается паста. Весьма неплохо, весьма неплохо. В состав у нас входит следующее. Макароны здесь взрослые пшеницы, мука взрослые пшеницы, томаты целые очищенные, томатный сок, филе куриное отварное сувид. Кстати говоря, соль, сливки пастеризованные, сыр моцарелла, лук, соль, паста томатная, масло подсолнечное, чеснок, масло оливковое нерафинированного качества, куркума молотая, орегано. Ну, в общем-то, все, состав очень хороший. Изгородь у нас городской супермаркет, сделан в городе Москва. А в это... Ну что, окей, давайте разогреем и будем пробовать, погнали. Ну что, ребята, вот так выглядит паста. Ароматика неплохая. Сыра здесь не так много, сверху вот он был, сейчас все это дело перемешаем. Куски курицы большие довольно. Вот. Макаронные изделия выглядят неплохо. Давайте попробуем макаронные изделия. Да, хорошие, неразваренные. Соус тоже весьма вкусненький, томатный. Ну-ка, курица сувид. Да, мягкая, вкусная. Слушайте, ну, реально вкусный продукт. Конечно, с ценой многовато, очень дорого, но по качеству вопросов нет. Вкусная курица, соус, макароны, сыр. Очень даже достойно. Слушайте, ребят, ну реально, вот практически доел. Очень вкусная паста, все прекрасно, курочки действительно положили добротно, нормально. В принципе, если не считать цену, отличный продукт, хорошее качество, хороший вкус, хорошая калорийность, хороший состав. Особенно если перекусить, то ведь на обеде что-нибудь такое, лень готовить, очень хороший вариант. Вкусно, полезно, реально достойно. В заключение могу сказать, что мне очень понравилось. Я поставлю 5 баллов с 5, твердую пятерку. Единственный минус – это цена. То есть, как бы, если можете себе позволить, не жалко, то отличный вариант перекуса. Полезно, вкусно, замечательно. Крайне рекомендую. Поэтому берите, не пожалеете. На этом все. До новых встреч. Увидимся. Пока.